Чем уникальна Южная Корея? Узнайте самые необычные факты об этой стране и взгляните на нее по-новому. Большинство иностранцев, приезжающих учиться или работать в Южную Корею, сходятся на мысли о том, что эта страна – настоящий отдельный мир, жизнь в которой течет по своим собственным законам. Южная Корея действительно обладает уникальным слиянием традиций и современной культуры и во многом отличается от всех других уголков мира. Готовы удивиться? Мы собрали для вас 42 неожиданных факта о Южной Корее, после которых вы, если не влюбитесь в эту страну, то точно захотите ее посетить. Южная Корея – очень безопасная страна, в которой редко совершаются преступления. Если что-то и происходит, это освещается в местных новостях неделями. Корейцы много работают, и такое понятие, как отпуск, в стране отсутствует. При желании работник просто может взять отгул на несколько дней, чтобы провести время с близкими или поехать в другую страну. Надо сказать, этой возможностью пользуются далеко не все. Профессия преподавателя остается одной из самых уважаемых и высокооплачиваемых в Южной Корее. Привычные нам сериалы и журналы корейцам заменяют интернет-комиксы, вебтуны, которые пользуются популярностью среди местных жителей всех возрастов. В большинстве ресторанов Южной Кореи есть доставка еды, даже в Макдональдс. В Южной Корее считается, что ребенку в момент рождения уже есть 1 год. Вот почему корейцы рождаются старше всех. Среди корейцев очень популярен бейсбол, гольф и горный туризм. Только 3% южнокорейцев имеют лишний вес. В Корее в моде женственные, андрогинные мужчины и около 20% молодых людей пользуются косметикой. А еще представители сильного пола регулярно прибегают к эпиляции. Кстати, в Южной Корее в целом очень серьезно относятся к внешнему виду. Женщины здесь редко выходят на улицу без макияжа. А вот показывать в общественных местах декольте или татуировки на теле здесь не принято. Клип на песню Gangnam Style южнокорейского певца на YouTube уже имеет более 3 миллиардов просмотров. Кстати, Gangnam Style – это разговорное выражение на корейском языке, означающее роскошный образ жизни, которым славится Канамгу, богатый и модный район Сеула. Южная Корея – настоящая мировая столица пластической хирургии. По статистике, каждая 5-я женщина в стране сделала хотя бы 1 пластическую операцию. Более того, многим девочкам деньги на первую пластическую операцию дарят их же родители на 16-летие. Чаще всего речь идет об операции по изменению формы век или носа. Жители Южной Кореи мало интересуются зарубежной популярной культурой, зато сходят с ума по местным актерам и музыкантам. Еще один всенародный корейский кумир – это президент страны. С него и его семьи жители страны пытаются брать пример буквально во всем, а детям даже покупают раскраски с портретами главы государства. Как и в ряде других стран Азии, в Южной Корее большой популярностью пользуются караоке. Жители Сеула очень мало спят, в среднем 6 часов в сутки. В Южной Корее высоко ценится личное пространство, поэтому здесь не принято подходить слишком близко при разговоре, дотрагиваться, рассматривать или без спросу фотографировать чужих людей. Мусор в стране тщательно сортируется, но вот простых урн на улицах почти не встретишь. В Южной Корее очень много близоруких людей, поэтому большая часть населения носит очки или контактные линзы. Беспроводный интернет в Южной Корее самый быстрый в мире. Поскольку корейцы обожают шопинг, в стране есть торговые центры, в которых все магазины работают чуть ли не круглосуточно. А еще жители Южной Кореи просто обожают кофе. Поэтому всевозможные кофейни здесь встречаются на каждом углу. Также повсеместно распространен бесплатный Wi-Fi интернет для всех желающих. Корейцев часто обвиняют в том, что они употребляют в пищу мясо собак. Такие блюда действительно являются частью национальной кухни, но сегодня они уже куда менее популярны.
Да и используются для этих целей не домашние собаки, а специально выращенные в питомниках животные. В Южной Корее все поголовно пользуются гаджетами, и 14% детей в возрасте от 9 до 12 лет зависимы от интернета. В 2013 году 78% населения Южной Кореи имели мобильные телефоны. Это самый высокий процент в мире. Система обогрева домов в Южной Корее отличается от той, что привычно нам. Около 90% местных домов оборудовано подпольными трубами, через которые и проходит тепло. В Южной Корее никого не смущает туалетная тема. Она спокойно может стать предметом обсуждения за столом или в компании коллег. В Сеуле есть даже популярный парк развлечений, посвященный культуре туалета. По закону в Южной Корее для онлайн-покупок и платежей можно использовать только браузер Internet Explorer. Кстати, этот же браузер остается наиболее популярным в большинстве корейских сайтов. Правильно отображаются только в нем. Южнокорейцы отличаются трепетным отношением к еде. Здесь не принято неправильно обращаться с палочками для еды. Например, протыкать ими пищу или оставлять что-то несъеденным на тарелке. Браки в Корее официально делятся на два типа – браки по любви и браки по расчету. Более 20% южнокорейцев имеют фамилию Ким. Кстати, согласно закону в Южной Корее, люди с одинаковой фамилией не могут вступить в брак. По статистике, Южная Корея является страной с одним из самых высоких национальных IQ в мире. Выше только показатели жителей Гонконга. Южнокорейцы работают в среднем 55 часов в неделю. Учатся молодые корейцы тоже очень много. Буквально с раннего утра до ночи, а на каникулах берут дополнительные курсы. Кимчи – самое распространенное корейское блюдо, которое представляет собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь пекинскую капусту. В Южной Корее насчитывается более 250 видов кимчи. Когда южнокорейцы фотографируются, они говорят не сыр, а именно кимчи. Уважение к старшему поколению – это одна из основ корейской морали. В частности, в Южной Корее не принято спорить или вступать в конфликты со старшими. Стоматологические услуги в стране стоят очень дорого, поэтому корейцы фанатично следят за гигиеной полости рта, постоянно чистят зубы и носят с собой зубную щетку. Более того, в туалетах некоторых заведений одноразовые щетки предлагаются посетителям наряду с одноразовыми полотенцами для рук.